зовут Санти 108, и вы находитесь по Академии My Way! Я самый старый педагог танцевальной Академии My Way. Я преподаю My Way Академии с 2015 года. Это будет уже какой? 7 сезон. В принципе, уже сформировалась какая-то у меня определенная структура наших занятий, поэтому я знаю, как мы будем начинать, как мы будем продолжать и как будем заканчивать. Однажды я как-то сильно прям увлекся йогой, вот, решил поежиться, а потом говорю: ребята, не хотите размяться йогой? Они говорят: да, давай! И, в общем, мы, короче, стали и начали делать такой сурья намаскар. Есть комплекс такой утренний, приветствие солнцу называется. И мы все начали его делать вместе, и так мы разминались каждую тренировку. Луч солнца золотого! Жду всех, кто хочет танцевать, хорошо проводить время, прокачать себя в разных стилях и стать сильным, классным и уверенным в себе. Классно, если начинающие приходят, и потом мы вместе с ними прокачиваемся, и потом уже даем уровня. Мы как-то на занятиях учили ритмику, вообще, в принципе, на своих занятиях я даю какие-то самые базовые основы ритмики. Вот, и мы с ребятами сделали такой лайв-перформанс. Я дал нескольким людям задание. Кто-то делал там ногой топ, кто-то там клэп, кто-то там у-у-у. И вот, и мы из вот этого всего сделали прикольный такой лайв-перформанс. Они создавали ритм, создавали музыку, а я читал рэп. To the one on the flame, both your temper just tossed that ham in the frying pan. Like spam filled zone when I come and slam. Damn, I feel like the son of Sam. Don't make me wreck shit, hybrid next to the shit. Got you covered like General Electric. And the lights are blinking, I'm thinking it's all low when I go out drinking. Oh, making my mind slow. That's what I don't with the beat, bro. Oh, bro, I gotta maintain. Cause it like me is going insane. Ну, я, конечно, строгий, но я никого не валю. И если человек на самом деле старается, я ему помогаю всегда. Даже если у него технически там не очень получается, но вижу, что он приходит на занятия, прикладывает усилия, то я всегда ему буду помогать. И даже если он там не вытягивает, то я всегда ему, в общем, не поставлю какой-то низкий балл. Don't be afraid, come and take.